В Раменском колледже состоялась плановая учебно-тренировочная эвакуация. Подобные мероприятия проходят ежеквартально во всех учреждениях с массовым пребыванием людей. Цель такой тренировки – прежде всего формирование навыков у студентов, навыков передвижения в составе группы, в составе колонны, недопущение какого-либо травматизма, ну и готовность к действиям при подобных ситуациях. Учебно-тренировочная эвакуация проведена совместно с сотрудниками Раменской службы спасения и с привлечением студентов направления «Пожарная безопасность». Ребята, помимо того, что они обучаются на профессию пожарного, то есть они узнают эту профессию не только, так скажем, изнутри, со стороны пожарных, да, но и точно, четко должны знать алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это может быть не только пожар. И ребята должны быть готовы, должны знать, как себя вести, как не допустить возникновения паники, а это самая страшная беда, которая может произойти, это возникновение паники, потому что тогда начинается давка, люди начинают делать совершенно ненужные и неправильные вещи. По словам Людмилы Фоминой, отработка алгоритма действий во время чрезвычайной ситуации направлена на формирование мышечной памяти у работников и студентов колледжа. Это позволит в случае реальной опасности быстро сориентироваться, спасти себя и помочь другим. После эвакуации представитель Государственной инспекции по маломерным судам Никита Потапов объяснил студентам правила поведения на водоемах в период оттепели. В рамках открытого урока сегодня со студентами провели беседы о том, как действовать в случае, если ты провалился под лед, и в случае, если ты стал очевидцем. Рассказали, напомнили телефоны экстренных служб, телефон номер 112. Также рассказали, какие опасности нас сейчас ждут, какие характерные места определяют, что на лед выходить ни в коем случае нельзя. Проведение тренировочных эвакуаций способствует снижению риска чрезвычайных ситуаций и повышению уровня ответственности у людей. Екатерина Морозова, Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина, Раменское телевидение.